Что общего между автомобилями премиальной марки Audi и любителями лыжного спорта? Скорость, драйв, адреналин, стремление к победе, а еще ежегодный турнир Audi Quattro Winter Cup, первый этап которого в этот раз проходит в подмосковном парке Волин. Турнир по горнолыжному слалому Audi Quattro Winter Cup проводится в четвертый раз. Его участниками могут стать владельцы машин Audi или любой другой премиальной марки, а также собственники некоторых Volkswagen'ов. Есть ограничения и по уровню подготовки. Профессионалам вход закрыт. Приглашают только любителей, которые уверенно преодолевают склоны красного уровня сложности. Мероприятие неизменно очень хорошо организовано, что действительно очень приятно. Нету какой-то неразберихи, толпы, весело, задорно. Мне всегда очень нравится эта профессиональная организация самих стартов. Очень важно, чтобы были профессиональные судьи, была хорошо сделана трасса, соблюдались все правила. Помимо самих соревнований были предусмотрены и другие активности. Для участников и гостей московского этапа организовали Quattro Lounge с горячими закусками и напитками, детской зоной, фирменным магазином бренда и прямой трансляцией заездов. Не обошлось и без автомобилей. Все желающие могли пройти тест-драйвы полноприводных Audi. Мы всегда, если уже собираемся праздновать зиму и спорт, так пытаемся устроить семейный праздник. Поэтому люди катаются, люди с детьми ходят и занимаются. Здесь очень много партнеров, хорошая еда, хорошие напитки. Московский отборочный этап завершился. Впереди петербургский, который пройдет на курорте Игора. Финальные соревнования состоятся в Сочи, после чего впервые в истории турнира победители отправятся на международный этап Audi Quattro Ski Cup в Австрию.